Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Олег Соловкин, и в эфире проект «Интервью дня». 6 декабря Верховная Рада поддержала законопроект номер 5130. Депутаты подняли минимальную заработную плату и отменили норму, соответственно которой академические стипендии обязательно получали не меньше, чем 2/3 и не больше 75% студентов. То есть новый закон отменяет норму о приравнивании минимального размера стипендии к прожиточному минимуму, а также норму о показателях количества студентов, имеющих право на получение академической стипендии. Эти показатели теперь Кабинет министров будет устанавливать в ручном режиме. По предварительным расчетам, в следующем году стипендии получат 43% студентов, а к 2019 году процент получателей стипендий сократится до 15%. Отмечу, поддержали этот законопроект 277 депутатов. Студенты заявили, что начинают протестовать и уже вчера на полчаса перекрывали городские дороги. Подробнее на эту тему мы поговорим с доктором экономических наук Сергеем Якубовским, а также общественным представителем студенчества исторического факультета АНУ имени Мечникова Викторией Синько. Сегодня они гости нашей студии. И вам. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, стипендия – дело тонкое, поэтому давайте все вместе разбираться. Виктория, хочу начать с вас. Вчера вы вместе с другими студентами на полчаса в центре города перекрывали дорогу, делали плохо, на мой взгляд, мы об этом поговорим, но чуть позже. Пока же меня интересует вот что. Знаешь, что вы студентка третьего курса. Стипендию получаете? Так, отримую вот стипендию. Чему равна сегодня стипендия обычного студента? По каким критериям ее начисляют, если знаете? И если знаете вообще, сколько у нас в городе стипендиатов? Отже, щодо стипендії. Так, зараз у нас мінімальна стипендія, звичайно, це 825 гривень, підвищена, так, відмінники отримують 925 гривень, тобто це до законопроекту, якщо його не враховувати. Які критерії, ви кажете, так? Це повинен бути середній бал, так, екзаменів, 4, більше 4. Тобто середній бал 4 повинен бути. Так. Так, а в законопроекті... Тобто троєшники стипендію автоматично не отримують? Ні, якщо 3 може бути, але середній бал, тобто плюсується. Іменно, так, екзамени повинні, так, вони плюсуються, і 3 може бути, але якщо більше 5, тобто середній бал, знову ж таки, повторюється. Так. Так, як називаються ці стипендії взагалі? Тобто є два види стипендій, це академічні та соціальні стипендії. Соціальні стипендії, ну, ми розуміємо, хто отримує їх, це певна категорія людей, так, це чи інваліди, чи сироти, чи мало не забезпечені і так далі. Так, і от тепер грядуть переміни, з якими ви не согласні, в результаті чого почали протестувати. Так, що конкретно не устраює студентство? Отже, мета нашої акції, так, 8 грудня, акція протесту проти законопроекту 5130. Про що він говорить нам, так, що стипендії підвищуються, так, до мінімального прожиткового рівня, так, будуть отримувати 1100, звичайно, стипендії відмінники 1600, да, 1600 відмінники. Тобто, але ми чуємо, який відсоток студентів буде отримувати, 75% студентів, які раніше отримували стипендію, так, 2/3 студентів. Будуть отримати лише 45%. Це дуже великий процент, який зменшується. І, звичайно, це масове незадоволення студентів, тому що 825 гривень, 925 гривень – це, здається, такі невеликі гроші, але вони для студентів варто. Можна, тим паче, тарифи зараз підвищуються. І краще, щоб більше студентів отримували стипендію, ніж це будуть одиниці, отримувати 1600 або 1100. От ви як вважаєте, з якою цілею все це робить держава? Добрий вечір. Ну, во-первых, я хотів би поблагодарити Вікторію, поблагодарити студентів. Тому що, знаєте, от я вчора дивився новини, сьогодні слухаю Вікторію, мені згадувалися перші слова українського гімну «Ще не вмерли в Україні». Понимаете, потому что, к сожалению, последние 2,5 года, они были годами разочарования, потому что был студенческий Майдан, было стремление студенчества и, в общем-то, лучшей части украинского общества, потому что со студенческого Майдана все началось. Со студенческого Майдана все началось. И вот теперь, когда студентов утесняют, студентов практически не видно пока. Да, да, со студенческого Майдана все началось. И вот эти 2,5 года показали, что, к сожалению, вот в Украине не то, что не произошли изменения к лучшему, даже наоборот, власть перестала вообще реагировать на население.
И вот то, что одесские точно студенты, опять-таки подчеркиваю, не киевские, не львовские, одесские студенты первые сказали, а мы вообще люди, вообще почему к нам относятся не то, что не как к европейцам, а вообще как неизвестно кому. Ведь что предлагает правительство? Правительство не просто предлагает уменьшить количество студентов, которые будут получать стипендии. Оно совершенно меняет механизм начисления стипендий. То есть теперь каждый вуз получит определенное количество стипендий на вуз. И дальше в каждом высшем учебном заведении будет составляться рейтинг студентов. И возможна ситуация, когда, например, вот на историческом факультете не 45% бюджетных студентов, которые учатся на бюджетной форме обучения, на все пятерки сдали, а 60%. Да? И тогда из этих 60% будут выбираться 45 человек, например, из 60, которые имеют право, 45, при этом вводятся дополнительные критерии. Если раньше это было все-таки успеваемость, теперь еще добавляется 10% за общественную работу, за спортивные достижения. Понимаете, а что значит общественная работа? Вот кому-то нравится выступление студентов, а кто-то говорит, нет, надо по-другому себя вести, дружно поддерживать там какую-то линию правительства, например. Вот это настоящие активисты. Те, которые выступают против, это не активисты, и мы им 10% не добавим, и они не будут получать стипендию. То есть этот субъективизм, который теперь дает право высшему учебному заведению самому выбирать, кто из отличников будет, а кто не будет, это, конечно, обижает и унижает студента. Почему, если студент учится на отлично, он не имеет права на стипендию? Он может получать, а может нет. Это, знаете, как субсидия. Да? Вам могут дать, а могут нет. Если будет все хорошо вести. Я вам скажу честно, я с нашим государством не играю. Да. Так вот теперь и студентам. Потому что раньше была автоматическая система. Он сдал на пятерки и четверки. Он получает стипендию. Вне зависимости от того, нравится ему президент, не нравится, министр образования, он своим интеллектом, своими оценками заслужил. А теперь надо еще попасть в число тех, которые активисты, но именно с точки зрения министерства и с точки зрения высшего учебного заведения. И это, конечно, конечно, негативный момент. Теперь я отвечаю на ваш вопрос, а для чего? Вот представьте себе, сейчас где-то две трети студентов получают стипендию, и многие, особенно те, кто приехал в Одессу из других городов, живут в общежитии, которые учатся, которым сложно учиться и работать, у кого родители бедные, они, для них стипендии огромные средства. Теперь уже в следующем году сказали, снизят процентов на 20 количество студентов, которые будут получать стипендию. Что сделают эти 20%, которые будут лишены стипендии? Они будут работать. Да? Дополнительные рабочие руки, молодые, бедные, которые готовы за низкую заработную плату работать, они бросят эту учебу, потому что им надо как-то выживать. И, конечно, представители бизнеса, которые сейчас контролируют правительство, парламент, им приятно получить молодых людей за очень низкую заработную плату. Вот главная цель. Ну вот вы премьер-министру нашему верите? Чесно? Ну, конечно. Так, це суб'єктивне моє бачення, я не завжди, скажімо так. Ну, от, а можна я скажу, а я ніколи не вірю. Кстати, Гройсман ніколи не був студентом. Вот это единственный прем'єр-міністр за всю історію України, который вообще не учился в высшем учебном заведении. Ему не понять, что такое он стипендия. Трижды получал заочное образование. А вот Виктория скажет, да, одно дело стационар, когда вы каждый день... А зовсім інше заочно. Заочно, когда вы занимаетесь чем-то своим, а потом оценки получаете. Да. Да? Так вот, поэтому премьер-министру в сфере образования верить нельзя, потому что он просто не знает, что это такое. Ну да. Вот, на самом деле, поверить придется, потому что с 1 января, скорее всего, будет такие... Ну, да, по законопроекту. Вот. И я вообще к чему? Значит, премьер говорит, что 43% будут получать академическую стипендию. А я хочу нашим... И 7% социальную. Вот, чтобы нас лучше понимали, да, академическая стипендия выдается студентам. Это обычно стипендия за успехи в учебе. За успехи в научении, и социальная стипендия – это тем, кто в этих деньгах нуждается, у кого родители мало зарабатывают. Правильно? Так. Вот какая на самом деле стипендия важнее? Давайте только честно. Академическая или социальная? Кого больше у нас? Тех, кто успевает или тех, кто в этих деньгах нуждается? В нашому університеті понад навчається з 7 тисяч студентів і десь приблизно сиріт, я точно не можу сказати, але здається 90 сиріт, ну, але то, точні дані не буду називати. Тобто їх невелика кількість, вони є, так, звичайно, але їх невелика кількість. І я не знаю, чи 7%, чи це не багато для них, я не знаю, як ви вважаєте, я думаю, ви краще
Спасибо. Вы понимаете, в чем дело? Вот во всех странах мира, если студент учится хорошо, его поощряют, и он получает стипендию. Это стимул, да, понимаете, это стимул. Это с одной стороны деньги, с другой стороны это просто вот он говорит, я получаю стипендию. А не кажется ли вам, что академическая стипендия, вот, да, она будет порождать коррупцию? Потому что человек стремится получить повышенную академическую стипендию и, следовательно, будет давать взятку преподавателя. Сегодня есть взятки в вузах? Я думаю, що є, звичайно. Ви думаєте, ли ви знаєте? Ну, знаю, що є. От, о чому ми говоримо. Тобто, корупція в вузах є. Правильно? Академічна стипендія буде породжувати корупцію ще більше. Или ви зі мною не согласні? Коли суб'єктивний фактор починає грати свою роль, завжди з'являється корупція, розумієте? Якщо, опять-таки, як було зараз, автоматично студент здав, йому начисляють стипендію. Сейчас будут выбирать из тех, кто сдал хорошо, кому будут начислять стипендию. То есть, как вы думаете, возможности для коррупции больше или меньше? Больше, конечно. Конечно, больше, понимаете? И для этого как раз это и делается, понимаете, чтобы студенты зависели больше от преподавателей, больше от руководства. Я не имею в виду там какой-то конкретный университет. Для того, чтобы люди чувствовали, вот где-то не так посмотришь, получишь там не 90 баллов, а 89, на 1 балл меньше, из 100. Все, тебе уже лишали стипендии, понимаете? Бывает, да. То есть, чтобы еще больше люди боялись, смотрели на представителей власти как на что-то особое, не дай бог, не выступали против. И вот мне поэтому нравится мужество наших студентов, которые не побоялись, на то, что вот многие активисты их ругают. Вот они перекрыли дорогу. А как еще привлечь средства массовой информации? Я с вами не согласен. Это не выход. Мы живем, у нас такой жизненный ритм, когда мы этим просто вредим. Люди опаздывают, спешат, тратят свои ресурсы, и мы им блокируем в этот момент все. Давайте сейчас мы оставим минутку буквально этого вопроса, да, мы его обсудим. Но я хочу, подытожить первую часть нашей программы. Главный минус вот этой реформы – это то, что гарантийный фактор про стипендии для 2/3 студентов отменен. Да, правильно? Отменяется, звичайно. Просто и далее, гарантийный фактор році, да, отменен. Взагалі 15% студентів. Є студенти, які вчаться дуже добре. Не для всіх студентів, а для тих, які дуже добре вчаться. А що робити тим, справді, щоб виходять відмінники, і ще серед відмінників, щоб влізти в ці рамки відсоткові, треба буде відбирати, звичайно. Мені здається, саме цей законопроект якраз і буде породжувати ще більшу корупцію взагалі. Вона буде. Вот как вы считаете, вот учитывая наши низкие цены, наши низкие тарифы, ну это я сейчас говорю, конечно, вы меня поняли, да? И так далее, вот какую стипендию сегодня должен получать украинский студент? Вот. Звичайно, що 825 гривень, підвищення 925 гривень – це мало, звичайно. Тому що що тарифи зараз ростуть, комунальні послуги ціни теж ростуть, звичайно, це так. Це добре, 1600 – це вже прекрасно, хорошо. 1600 – це взагалі відмінно. Але відсоток збільшить студентів, які будуть отримувати цю стипендію, будь ласка. Тому що 45% – це дуже мало, це одиниці, розумієте? А якщо всі заслуговують на стипендію, ми ж говоримо ще зараз про це. 45 тільки бюджетних студентів, розумієте? Якщо є де, так що, наприклад, 50 на 50, да, 50 контрактний, 50 бюджетний. А зараз контрактники отримують стипендію? Стипендію не отримують. При цьому вийде, що не 45%, а 20% тільки від всіх студентів отримують. А якщо ще менше доля бюджетних місць, ще менше, розумієте? Тобто не від всіх студентів, тільки від тих, які вчаться на бюджетній формі навчання, розумієте? Тобто реально це буде процент значительно менше. Я согласен, что стипендию нужно повышать, но не за счет того, чтобы сокращать людей, которые будут получать эту стипендию. Другим способом в нашем государстве повысить стипендию можно? Конечно, можно. Каким образом? Потому что можно посмотреть проект бюджета. На что увеличивается ассигнование? Администрация президента – процентов 30. Правительство – процентов 30. То есть им увеличивает зарплаты, им увеличивает количество денег на обслуживание. Вот посмотрите, каждый день какое-то министерство Мерседес новый купило, там некоторые государственные компании, там, по-моему, Нефтегаз, там 50 новых машин купило. Да, вот для них денег, знаете, вот сколько хотите. Вы можете посмотреть, сколько у нас вот ведется различных строительных работ, потому что денег очень много. Вот действительно, Украина за 2,5 года возросла. Вот вы говорите, много денег, да? Да. А у меня к вам другой вопрос. Но они тратятся не на студентов, не на будущее страны, они идут бизнесу. Откуда в электронных декларациях десятки миллионов долларов
и евро. Откуда эти деньги взялись? Вот как раз за счет государственных расходов. То есть если студенту дать, он не понесет 10 гривен депутату. Да? А если депутат из 1000 студентов получит какой-то заказ, то 20-30% он получит наличными. И вот как распределяется бюджет. Поэтому когда сокращают количество студентов, которые будут получать стипендию, за счет этого повышают, то же самое с минимальной заработной платой. Да, повышается минимальная заработная плата, но что предлагает со многим учреждениям? Пожалуйста, сократите количество людей, опять-таки плюс, потому что будет больше безработных, будет больше людей, которые за кусок хлеба будут почти за бесплатно работать на бизнес. Правительство довольно, премьер-министр доволен, а количество нищих в Украине увеличивается. Вот максимальная стипендия, чуть не сказал пенсия, студента немецкого, знаете, чему равна? 800 евро, но это максимально. 800 евро. В Америке совершенно иной подход к этому. Там наличкой студентам ничего не оплачивают, деньги поступают на виртуальный счет, причем в преимуществе спортсмены. Да? Вот смотрите, у нас... Ну, Трамп там и победил. Смотрите, да, сколько денег за последние 2 года Украина получила от МВФ? Очень много. От финансовых институтов, от Америки, дали от других стран. Дали бы стипендии, это было бы польза в будущем. Да. Газа мы стали потреблять на треть меньше, следовательно, расходы сократились. Денег должно быть много, а они денег есть. Нет. Так их много, где ну они? Послушайте. Где они? Ну, вы же сказали так, да? Все гроши находятся. Вы посмотрите, сколько сейчас строится новых домов в Одессе на берегу моря. Почему строится? Это потому что денег море. Продажи новых автомобилей в Украине в 2016 году, по своим спросам, выросли на 50%, причем новых автомобилей, понимаете? Потому что действительно и западная помощь, и рост тарифов, то есть тариф на газ сейчас в 2 раза выше его себестоимости. То есть каждый человек, кто не получает субсидию, он платит где-то на 3,5 тысячи гривен больше. Куда эти деньги идут? С каждой тысячи кубометров. Они идут представителям бизнеса, которые формируют Верховную Раду, правительство, но при этом они... Понимаете, настолько наглые, что они говорят, вот студенты, мы им повысим, но за счет того, что сократить количество. Да поделитесь немного, но посмотрите на эти электронные декларации. Им же некуда складывать эти миллионы долларов, понимаете, там по 20, по 30 миллионов. Представьте себе, да, сколько это нужно домов, почему они покупают дома, чтобы складывать в подвалах эти деньги. И при этом они наглые, они говорят, а студент пусть идет работает. Пусть количество студентов, даже те, которые хорошо учатся, которые будут получать стипендию, их сократить. Ну как можно? Если человек учится, если в нашей стране он учится в Украине, учится хорошо, и его лишат стипендии. Вообще, ну, вот, понимаете? То есть вы согласны, да, что в нашей стране можно поднять стипендии без урезаний, но это просто невыгодно? Да? Стипендии, пенсии, да, но на это не заработаешь, понимаете? Вот на этих расходах никто в государстве не заработает, потому что студент не пойдет, да, делиться с кем-то стипендией, ему и так хватает на жизнь с трудом. А вот если у них забрать и отдать одному дяде, который получит миллиард на какую-то работу, там можно 30% получить, это будет 300 миллионов. Поэтому какой смысл отдавать студентам, хоть это будущее страны? Лучше дать своему человеку и жить хорошо. Виктория, как планируете действовать дальше? Звичайно, після прийняття законопроекту, так він вже прийнятий, є депутатами Верховної Ради України. Тобто зараз лише залишилось президенту України, так, України його підписати. Зараз буде відбуватися протягом наступного тижня дострокові акції по всій Україні, по всіх містах, тобто навчальні заклади, студенти вищих навчальних закладів, приблизна акція, яка відбулася в нас в місті Одеса, буде відбуватися. Тобто звертаємо увагу влади, тому що вкотре, тому що вони нас не чують, вони не розуміють, до чого вони не дивляться на майбутнє, так що далі до чого це призведе це прийняття законопроекту 5130, так? Тому буде відбуватися далі акція протесту. Є план Б на той случай, якщо вас не услышать? А який є план Б? Будемо далі звертати до себе увагу. А що? Дивіться, тут є 2 варіанти, так? Якщо не приймуть, це добре. Якщо приймуть, ну, пробачте, ви не думаєте тоді про нашу країну, не думаєте про людей. Не тобто студенти готові в итоге з цим смиритися? Про майбутнє. Ні, не готові вони про це змиритися. Але якщо вони навіть вони не змиряться і підуть працювати, правильно, на ринок праці, вони не будуть навчатися. Не буде, тому що стипендія – це стимул для студентів, знову ж таки, повторююся. А підуть просто працювати, не будуть. Навчання, на жаль, буде не в пріоритеті. Але ж ми повинні розуміти, і щоб... майбутнє, якщо ми будемо дбати про майбутнє нашої країни, ми повинні правильно розставляти пріоритети.
На жаль, представники нашей власти этого не делают. Вот если бы сейчас вы подводили бы тест, да, и был бы один вопрос. Что для вас важнее? Членство в ЕС, безвизовый режим или украинская стипендия? Где бы вы поставили галочку? Что для вас важнее? А какой смысл без виза, если студенты не будут учиться здесь, если не пойдут работать без образования в Европу? Это сейчас мы понимаем. Два года назад мы это не понимали. Два года назад студенты не понимали. Та понимали. Не за это не выступали. Звичайно, у нас було, у нас не перша це акція протесту. Ми їхали в Київ 8 числа, коли в нас відбувало 8 грудня, коли відбувалася акція протесту в місті Одеса, паралельно наші представники, студенти та працівники освіти, вони поїхали в Київ, теж саме відбувалася акція протесту під стінами Верховної Ради України з лозунгами і так далі. То розумієте? Тобто ми Мы вынуждены просто поставить сейчас точку. Я благодарю и вас за эту беседу. Не по всем пунктам я с вами согласен. Я поддерживаю вас, студентов. Должно быть все лучше, но перекрывать дороги – это последнее дело. Это последнее. Как понять внимание в Украине? Как понять ваше внимание, журналисты, по-другому? На полгодины, не на час, не на три, как раньше это делали, а за полгодины. Тоже можно… Вот у меня к вам просто просьба. Не добавляйте ни нам работы, не другим, но в то же время пытаетесь обратить на себя внимание. Доктор экономических наук Сергей Якубовский, а также общественный представитель студенчества исторического факультета ОНО имени Мечникова Виктория Синько сегодня были гостями нашей студии. Вы смотрели интервью дня. До встречи. Спасибо. Дякую.